у людей в местах не столь отдаленных. Опять же, история абсолютно вымышленная. У людей в местах не столь отдаленных. Тоже не буду говорить, в какой стране. Была, значит, такая тюрьма. В ней содержались люди до 5 лет, потом там другие пересылки посылали. Потом там сделали забор такой, еще один поставили. Ну, железный, не бетонный, но внутренний. И она стала как бы уже отвечать требованиям, там уже, по-моему, от 5 до 7, по-моему, что-то такое. Или до 5 она стала. Ну и, значит, такой дворик, там где гуляют, и там он окружен, ну, сама тюрьма окружена бетонным забором высоким, с вышками. Потом, значит, сам дворик, куда выходит гулять, там такая будка, где сидит сам сопровождающий этот. Вертухай, который выводит на прогулку. Потом сам дворик окружен таким заборчиком с плетеным из железа. Ну, то есть, получается, там есть запретка между, ну, получается, между вот этим железным забором и плетеным железным забором. И еще внешний забор бетонный. Ну и получается такая петрушка, что перебросит, оно залетает между плетеным и железным забором. В общем, получается такая возможность у людей, кто там участвовал, этим занимался, просто расплести этот забор. Ну, а как ты это сделаешь, если, допустим, ну, прогулка, гуляют там сопровождающие и так далее, тем более они прекрасно знают, что там все время сидят как бы наши. Ну и, ну, то есть это же надо заградить там, чтобы потом, короче, ну, серьезное дело, то есть могут же накрутить, во-первых, запорчу имущество, во-вторых, то есть раскидать всех, в-третьих, за то, что за сам запрет. Ну, в общем, получается, что выходят на прогулку они и садятся так кругом, типа там в карты играют. Ну и один на самом деле сидит там, расплетает. Потом был то юрком туда прыгнул и взял все это дело. То есть пришлось прямо на ходу расплетать этот забор, потом одному вылезти туда быстро, пластунски проползти. Это все получается под носом. Там же камеры везде и так далее. И под носом прямо у администрации. Вот. Ну и, разумеется, когда потом там дырку найдут, там потом под окном найдут, что перебрасывали, уронили там и так далее. Разумеется, потом
резко вдруг. Ну, видно, что идет сразу же по тюрьме перекличка. Кто-то из окон видит этих зеленых, что, особенно что овчарок. Или слышишь, когда лай, это, ну, обычно собак-то там не держит. Вот, и когда слышится лай, то есть это значит, все, это идет именно внешний шмон. Это могут перевернуть все камеры, всех по очереди вывести в душевую, короче. Это раздвиньте ягодицы, там присядьте, короче, потанцуйте. И так далее. Вот. Ну, разумеется, шмон, и начинается это самое. Ну, после этого тебе никто не поубирает, все стоит это самое вверх дном. Всем добра и мира. Быть добру. Не станет никто богаче, кто бы там ни думал, нечестным путем вы продаете самое ценное, что вы не сможете никогда ни за какие деньги купить, это свою душу, свое существо, свою личность, потому что потом меняется личность, она меняется из-за употребления и из-за этого всего. Не придется вам копаться в говне, не придется вам со многими другими вещами расплачиваться. И по концовке получается, что затрата труда оказывается гораздо больше. А сделать результат придется, и по результату получается хуже ты достигаешь, чем бы ты с самого начала с душой бы просто пытался по-настоящему, по-нормальному это сделать. Так что всем добра и мира. Получайте профессии, технические профессии очень важны. Приезжайте, токари, фрезеровщики. Главное пронести себя, потому что дожить до той пенсии, доработать по чуть-чуть. С такими темпами тут и здоровым, и здоровых ты станешь больным. Сразу можно вот перекинуться на тему, на социальную, там из таких всех зон, что вот в плане, допустим, нормальный человек, пусть даже у него выучился, у него есть профессия, и допустим, рабочая профессия, и это же работа, как правило, ну, посменная. А кто из вас, вот наши ребята сейчас на фронте сидят в три смены, 24 часа без отдыха. А если вот ты просто привык, ну, как бы работать там в одну смену, да даже не дело в привычке, дело в том, что человеческое тело там, оно рассчитано на то, чтобы ночью спать, а днем бодрствовать. И уж никак на плавающий график, когда тебя просто вынуждают одну неделю работать в первую, вторую неделю во вторую, а третью в ночную. И я не знаю, кому как, но для меня, например, очень важен сам ритм. То есть мне нужно войти в ритм и в каком-то ритме функционировать. И каждый раз сбивать этот ритм на новый, переставлять. Это для меня огромный стресс и огромная трата энергии в никуда. Самое интересное, что стоят очереди, которые хотят работать в ночную. Я просто говорю о том, что пробовали ли вы когда-нибудь вообще работать в ночную смену. Особенно для тех, кто когда-то употреблял быстрые вещества какие-то возбуждающие, там ходил на дискотеки, там отрывался. Он обязательно знает, как себя чувствует человек где-то, когда, скажем так, 3-4 часа. Там. Ну копейки денег, я бы, честно говоря, и за 500 бы не стал бы этого делать, но там нету и 200, понимаете? Там, ну если ты там
две недели поработаешь в месяц, две недели в ночную тебя поставят, допустим, там или одну. Но дело в том, что ради чего все это, то есть тебе сами вот эти перекиды с ночной на такую там, потом тебе подходить там, чтобы ты вышел там шестой раз, да, то есть больше типа вышел на работу, а по налогам, то есть получается с такими большими налогами, как раз вот вчера я смотрел Семисюк, с кем-то разговаривал, в общем речь шла о том, что нашу беседу насчет того, что до пенсии, ну, как бы доживают, ну, далеко не все. Если я сейчас посмотрю, как сколько сейчас люди живут, умирают буквально
I see my picture. When a nigger's getting richer, they come to get ya. I'll steal life, motherfucker, trap. And they want to, why? It's hard to be black. Вот в этом and пенсионном dear смысле. Lord, can you feel me? Stress getting major. Мама безработица и когда детей в принципе общество, насколько оно недоразвитое в том плане, что каждый человек может быть как-то полезен там, и есть подозрение, что невыгодно, и за 70 лет все могли со всеми договориться. Все бы сидели, я не знаю, крутили бы, вот не хочешь ты учиться, да? Крути себе это, такую ручку, динамо машину, вырабатывай электричество, заработаешь себе денег, там, я не знаю. Все же как бы в энергию же упирается, правильно? Даже там дом престарелых уже можно было там роботов сделать, там бы их тут подмывали бы роботы. Все бы было бы на обеспечении. Хочешь учить, будешь получать больше. Не хочешь не учить, крути там динамо машинку, да? Одна армия, одна полиция. Одни законы на всех. Чтобы никто никуда там, никто никого пытался что-то у кого-то выудить. Например, если там те же индейцы в Латинской Америке, они леса тропические. Для нас важно, чтобы дышать. А мы тут работаем предприятиями и загрязняем. Так эти предприятия должны платить огромные налоги за это. Должны помогать тем же индейцам там и так далее. То есть все должно быть какая-то взаимосвязь. Я просто не верю. Что настолько недоразвитые и глупые все, что там. Это выгодно, что таких делать, идиотов, потом послать, потом все, половину перетравить, там кого как наркотиками, потом там этими вирусами, потом атомной войной, там, перессорить, перетро, там, ненависть и так далее. По концовке, так вот, потому что это невыгодно, чтобы люди развивались, жили там, учились. Никакая же не поэзия там, никакие тоже лица уже не помогли там. Mama Red, Hellraiser, stretch getting major, Lord be my savior. Mama Red, Hellraiser, stretch getting major, Lord be my savior. И вот вы сейчас там все какие-то кипите, там, что там фашисты из Ленинска, там, туда-сюда. Вот вы именно это и есть. Один раз принять, что СССР было тоталитарным государством, диктатурой. Оно смяло точно так же кучу народов, как и вас всех самих, и ваших же предков. Everybody run from cover, oh shit. Tag life, motherfucker. И люди просто сейчас просто жить хотят. I'm don't worry me, cause do or die getting high till they burn me. Вы с позиции силы говорите. Dear Lord, if I hear me, tell me why. Little girl like a Latasha. А тут had to die. Нету силы даже защитить то, что есть у них. И эти ценности точно так же не донесены ни до кого. И даже никто тут ничего не отстреливает, дупля вообще что происходит. Took life, motherfucker, I leak shots. Every nigga on my block drop two cops, dear Lord. Везде, блин, у вас там. When I die, let me get this trap fucked up and high. With my hands with the trigger, track nigga. Кто там куда? А это сами вы, что? Лично вы, что вы будете, блядь, делать? Пусть вы там 300 раз, 400 раз травы. Со своими там теориями. Невероятно. Вы лично что будете делать? Или вообще что вы хотите? Who defend
Как можно каких-то, блин, элементарных вещей, которые вот как дважды два, четыре, не понимать. And our freedom. Просто причинно-следственных связей. Всем добра и мира.